С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, сотрудники госавтоинспекции переходят в усиленный формат несения служб. Уже в эти выходные на загородные трассы выйдут дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы, в том числе автомобили скрытого патрулирования. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны, не нарушайте скоростной режим, а также правила обгона.